Ну что ж, вам несказанно должно быть приятно, когда вы смотрите телеканал СТС, скоро еще телеканал ТНТ, потому что, ну, автомобильных передач в городе, в принципе, уже и немало. И вот недавно одна из нами уважаемых передач бросила вызов. А давайте сравнимся. И для сравнения мы выбрали Mitsubishi Airtrek. Автомобиль с пробегом 51 тысяча километров. И надо сказать, что вот если мы собираемся сравнивать кроссоверы, которые слегка подняты над дорогой, для того, чтобы, ну, вы могли немножко побаловаться, то и Mitsubishi Airtrek, и Subaru Forester – это одного поля ягоды. Тем более, что как бы и у Mitsubishi Airtrek, и у Subaru Forester есть турбовые двигатели, и все они закачиваются по 240 лошадиных сил. Но сегодня в нашем правом руле Mitsubishi Airtrek с объемом двигателя 2,4 литра и 140 лошадиных сил. И вот об этом-то мы скажем отдельно. Это дефорсированный двигатель, который, ну, предыдущую версию которого взяли на вооружение китайский автопром и нафаршировал им все, соответственно, китайские джипы. Ну, почему это сделано, все вполне обосновано, потому что двигатель отличается повышенной надежностью. И те проблемы у Mitsubishi, с которыми она сталкивалась, ну, качество сборки, это все касалось в основном европейского подразделения. В результате, ну, как бы, вот сейчас у Mitsubishi подъем. Здесь есть типтроник, здесь есть климат-контроль, здесь есть двухдиновый музыкальный центр, который жует и MP3, и, соответственно, мини-диски, и есть DVD, есть и Bluetooth, есть и система платежа за дороги. Здесь она в России не работает, но она есть. В остальном же автомобиль приехал в Россию с таким небольшим пробегом благодаря фирме Japan Car, что на металлургов, соответственно, 12. И вот эта фирма нас кормит разнообразными интересными машинами. И вернемся к тому, что некоторые, ну, по незнанию своему пропагандируют продажи автомобилей со спортивным сердцем. Ну, я вам так скажу. Да, спорт это хорошо, но спорт это хорошо, это ненадолго. Потому что, ну, жесткая подвеска и зубодробильный эффект вызывает, ну, скажем так, некоторую усталость в мозгах. Если, конечно, в голове кроме костей ничего нет, то катайтесь на спорте. А так спорт должен быть, ну, для вашего удовлетворения, для удовлетворения ваших амбиций. А в остальном машина должна быть комфортной. А можно ли из этого Mitsubishi выжимать все что угодно? Да, можно, нет проблем, разгоняемся легко, приятно и без надрывов, кстати. Честно говоря, вот именно надоедают эти вот спортивные варианты, которые надо крутить. Здесь же коробка-автомат, здесь же грамотная имитация под черное дерево. Ну и, соответственно, и цена 390 тысяч рублей, ну, 395, говорит о том, что смысла переплачивать за машину, у которой руль находится в бардачке, ну, это я шучу, конечно, нету.